Лицей номер 3 – новый вид школьной формы. Здесь она летная. Юные авиаторы, помимо основных уроков, узнают историю развития авиации, топографию и даже учатся пилотировать на симуляторе. На базе учебного заведения открыт военно-патриотический клуб с летным уклоном. Это пассажирский самолет. Он может лететь с человеками почти 1000. В этом году 75 первоклассников лицея номер 3 пришли получать знания в пилотках. Это официальная школьная форма военно-патриотического клуба «Авиатор». Я хотел попасть в класс летчиков. У меня есть красивая форма, мне в ней нравится. Это называется форма летчика. Ученики начальной школы на дополнительных занятиях изучают историю авиации и делают макеты самолетов. Они еще не имеют званий, у них упрощенная форма, но свою причастность к воздухоплавателям уже ощущают ребята и даже родители. Мы первоклассники, поступили в этом году в первый класс, в лицей номер 3, класс летчиков. Чему они сказанно рады. Лицей, конечно, дает море возможностей для развития личности. Это и дополнительные занятия, и всякие конкурсы, и различные конкурсы, и кружки, и интересные уроки. Сын, конечно, ходит с большим удовольствием в школу. Стягиваем, приступим. Есть. Яшечка, вес Матвеевич, вклад в ряды курсантов военно-патриотического клуба «Авиатор». Перед лицом педагогов, родителей и своих товарищей клянусь честью достоинства внести это звание. Основная эскадрилья клуба «Авиатор» – 5-й Б-класс. Я сегодня принял присягу, и это меня обязывает относиться доблестно к учебе, выполнять поручения старших по званию. Если я нарушу это, то с меня снимут погоны, и больше я не буду ни курсантом, и больше не буду состоять в этом классе. Ежегодно ребята будут сдавать экзамен по дисциплинам, которые они изучали на протяжении года. От оценки зависит звание ученика. За пятерки повышают, за двойки понижают. Я узнал много новых армейских званий. Еще я научился летать на симуляторе. Еще и ориентироваться по компасу. Больше всего будущие летчики любят компьютерный симулятор полета, но и маршируют с удовольствием. Выше, и выше, и выше, с полет наш птиц. Военно-патриотический клуб «Авиатор» появился 2 года назад. Активистка Алена Чеховская принимала непосредственное участие в его создании. В клубе «Авиатор» я занимаю должность командира эскадрильи и имею звание вице-сержант. На самом деле это очень интересно, потому что помимо навыков в строевой подготовке я получаю какие-то знания в авиации, которые в будущем мне могут очень серьезно пригодиться. И еще я работаю с детьми, то есть как бы я строю малышей на строевую подготовку, я пытаюсь как-то ими командовать, мне это очень нравится. Мы работаем по программе «Юный авиатор», которая включает в себя подготовку как строевую, которую сегодня видели, общефизическую подготовку, также есть элементы стрелковой подготовки, полеты на авиационном тренажере компьютерном. Направленность летная, ну, вообще военно-патриотическая направленность, но уклон в летную, так как я сам летчик служил в ВВС и вот сейчас являюсь преподавателем. Каждый год 2-4 выпускника 3-го лицея поступают в военно-воздушную академию имени Жуковского, становятся летчиками и авиационными инженерами. Руководство школы надеется, что летный военно-патриотический клуб позволит значительно увеличить число авиаторов родом из Старого Оскола. Мария Кретова, Сергей Иваниченко, Денис Остапенко, 9-й канал.